у нас весна. Смотрите, у нас какие подснежники синие. В Казахстане у нас другие подснежники. У нас желтые там были. А тут синие полезли. Вот такие. Вообще, не знаю, по-моему, вот печеночница, вот что-то подобное называется. Здесь почему-то вот это подснежники. Ну, во всяком случае, знающие люди мне тут говорят, что это подснежники. На мой взгляд, это печеночница. Вон их тут целые полянки. Это мы поехали по делам. Тут такой лесок. Заехали и решили немножко поснимать. Ой, тут целые полянки их. Ой, какая красота. И, конечно, вечернее освещение уже плохо видно. Целые полянищи. Ну-ка, вон поближе подойдем. Снега совсем нет. Вот есть более такие синие, прям темно-синие. Вот они какие. А есть более светлые. Да. Вот эти, да, вот эти светлые, почти белые. Да, почти белые, но только здесь нагибался, ну, листик. Ага. У нас там в Казахстане еще кондыки росли на горах. Совсем другая форма, и это луковичное растение. Там луковицы даже в пищу можно употреблять. Его специально выращивают, вот этот кондык. Для салатов. Ну, это в Европе. А в Казахстане просто так для красоты мало кто знает, что это съедобное растение. Вот так вдоль вот этой лесополосы идут цветочки. Сейчас вот сине-голубые, потом будут желтые цвести. Началось вот эта вот весенняя красота. Это что-то типа орешника тут растет. О, какое небо уже. Ой, красота. Все, поедем дальше. Ну и что у нас на обед? Вот мы проездили, поэтому хорошо был суп овощной. С брокколи, с овощами, с морковкой, с перцем, со всякой вкуснотенью. И вот так порезали мясо, которое мы купили, буженину. И по бутербродику с икрой. Сейчас перекусим, и можно будет заниматься домашними делами. Ну, еще покажу, что у нас к чаю.